Всем привет, с вами Джага. Мы продолжаем играть мод Epic Battle Fantasy 4 для The Binding of Isaac Rebirth. Вот такое. Следующее испытание. Ну, наверное, давайте шестое. Три шестерки. Мы играем персонажем, которому выделили абсолютно все. По-моему, абсолютно все. Которые есть. Ой-ой-ой. Пули нечистого, артефакты. Ну, собственно, вот. И пошли. Я думаю, что тут никаких артефактов, ничего такого нам давать не будут. Магазинов тоже нет, поэтому будем просто идти и всех выносить. Вот абсолютная сила, что дают. О, еще и хала. Все характеристики. Смешно, конечно. В пули нечистого дали хала. Ну, пул. Ладно, проехали. Теперь типа он... таким вот обручем. Ой, дают двойная добыча. Вообще, что хочешь? Халява, сэр. Ну, не совсем, правда, понятно. Ну да, нет, ясно, что такое собрать, это, по-моему, нереально. Ну, может всякое быть. А, PhD есть? Неизвестно, скорее всего, нет. А где? А, я думал, тут уже босс. А, нет. Так, пилюлька, которая... range up. Ой, да ладно, у нас тут сера, понимаете ли. Вообще странно. Ну, в виде какого-то ангела. Это сера, что ли? Такая странная. Ой, а ключей-то и нет. Хе-хе-хе-хе. Ну, давайте, где босс-то? Уже где он? Уже где ты? Хе-хе-хе. Ну, это да, это вообще бомба. Такое сразу получить все артефакты, это круто. Пин. Ну, вот он нас не разочаровал. Что еще, что-то можно взять? Усиление дамага, да это все до лампочки. У нас, наверное, это и так все есть. Ну, не знаю, может и нету. Не будем мы там ничего брать. Вот если разве что попадется нам сделка с ангелом, тогда да, тогда можно повеселиться. Вообще, не повредило бы найти карту, чтобы знать, куда хотя бы идти быстрее. Так, чтобы вообще, так сказать, спидран. Ну тут так заходишь в тупики, тратится время. Тут уже у нас максимальный дамаг, можем кого угодно вынести вообще. Вот было бы неплохо, если бы еще и ключ найти. Ну, тот самый, который все открывает. Ну, как всегда. Босс окажется в самом последнем на самом последнем повороте. Вот туда надо было свернуть. Ну, теперь куда? Наверное, вниз. О, мимо, пардон. Ну, не знаю, здесь... А не здесь, значит, тут. Таки да. Не хватает наводящихся выстрелов, что просто зашли, нажали эту серу, всех пронесло, так сказать, на экране. Ну, вообще было классно. Опять повышение здоровья и да ладно, что нам карамба? Бошку хочет дать свою? Да зачем она нам нужна? Это смешно. Ой, это смешно. Да ладно, вот хоть серое сердечко можно использовать теперь. Ну что, повышение здоровья, а почему нет? Пусть будет. Демон приобретает человеческие черты. Черты. Тоже черт. Ну ладно. Так, как раз два ключа. Ну и что тут? И не знаю, зачем они нужны, эти деньги, в этом контексте того, что у нас и так все есть. Ну, может, еще попадется там деньги, сила, что-нибудь такое. А, ну, что он даст? Карту может даст, я только из-за этого, чтобы быстрее проходить. А так это зачем он нужен? Ты зачем нужен? Половинка сердечка. Ну, как всегда. Ах, дал. Коробку. С всякой ерундищей. Ну, даже не знаю, брать нечего. Все унылое.
Вот где босс. Надеюсь, что где-то тут. Ой. Вот это взорвем, может. А мимо. Мимо, мимо, мимо. Понял, мимо. Аккуратно так, хоп. Синяя пилюля. Феромоны до лампочки. Range up, да range и так у нас up. Ну ладно. Дают, берем. Ой, тупанул, да. Казалось, есть магазин. Это магазин? Нет, это не магазин. Это как бы библиотека. И она как бы тут вообще нам не нужна. То есть тут есть у нас комната вот такая. Была на ключе, и еще и библиотека. Какой-то необычный набор комнат. А, где уже этот босс? Ну, серьезно. Вот еще паучишка. Ну зачем деньги? Зачем деньги? Зачем вам деньги? Давай, серое сердечко. А, в принципе, тоже не надо. Это Hollow. Hello, Hollow. Две штуки, кстати. О, сделка с чистым. Подождите, подождите. Отлично, крестик, который может этому накостылять этому ангелочку. Ну так, вдруг мы ключ получим. Блин. А правда, зачем он нам нужен? Может, там дальше-то и пути нет, куда там идти? Может, тут только до нечистого и все? Сейчас узнаем, если правда попадется еще одна такая вот сделка с ангелом. Пу, красота. Скидыш, все свободно. Прелестно. Просто вот чудесно. Столько ключей. Возьмем, возьмем. Может, что-то попасться интересное. Самое лучшее, это если ангел выдаст голову бога или священное сердце, там, когда наводящиеся выстрелы. Вообще красиво было бы. Так, коте, сердечко. Отлично. Гурди Джуниор, две штуки. Ага, две. Кто сказал две? Две по две. Нет, теперь не ангел, теперь опять нечистый хочет что-то. Чуть тем мало было. Ой, а может кошачью лапку взять? Ой, и бошку. И будет у нас котенок. Ну нет. Это испытание мы проходим не котенком. А вот залобным демоненком. Демонищем. Ну, в общем. Что дадут? И да ладно. В общем, опять не сюда. Тяжело без карты. Ха-ха-ха. Ну, давайте возьмем, может, будет все-таки сделка с ангелом. И тогда мы посмотрим на второй кусочек ключа. Ну куда? Вверх? Нет. Ну, судя по всему, да. Какой-то уж тут длинный путь чересчур. Монстра. Еще одно. Было. Две монстры. Два монстры. Два монстро. Свободно. Просто так вот залетаешь, и всем капец. Только наводящихся выстрелов не хватает. А так вообще идеально. Нет. Мамаша. Да ладно, мамаша. Что вы тут? Ну, вот так и сделка с ангелом. Поскольку мы идем демоническим существом, наверное, пойдем по светлой линии. Ой, да ладно, ангел, говоришь. Развели тут ангелов. Ну вот у нас есть теперь и... Все, что надо. То спейс удваивает количество ключей. А. Ой, там был... Ну ладно, босс Rush. Да, босс Rush неинтересно. Мы его сколько раз проходили уже. Ничего нового мы там, скорее всего, не увидели бы.
Да, тупичок. Хотя там могла быть какая-нибудь интересная артефактина. Ну, это было бы надолго. Не хочу долго, хочу быстро и всех пыщ-пыщ-пыщ, ололо. Повышение здоровья. Прикольно. Даже такое попадается. Вот, вот оно такая. Нечестивая сила нечестивого существа. Вот такое. Что дают? Бомбу дают. Что тут? Это не иначе, как черви тут. Второй. Третий, наверное. Нет, их два. Куки. Ха-ха-ха. Ну или так. Где-то уже рядом босс. Стоп. Наверное, вниз. Может и нет. Так, стоп, это пилюлька как неизвестным эффектом. Тирсдаун, да ладно. Неужели тирсдаун? Полет дали, да? Нам сейчас дали этот полет, который... Синий айзик такой вот. А, ладно. Мама гурдю. Что-то все и нету никаких гурдю. Ну, что мы тут глянем-то? Вот она, голова бога, приехали. По идее, должна быть наводящимися. Давайте еще глянем, что нам даст. А, не так, это надо делать. Это сейчас, секунда. Eine Minute. Вот, взорвать. И посмотреть. О, да, наводящиеся. Прекрасно. Навелось, и все, больше с него ничего не выпадает. Ну, жалко. Давайте будем превращаться в хорошее, правильное, живое существо. Сейчас будет аж на 7 красных сердечек. Что-то как-то много. Ну ничего. Чего, я не против. Кто вообще против? Но по-прежнему не хватает. Так, мы идем по белой линии. И неизвестно, мы вообще попадем в ту белую линию. Вот это вопрос. А так у нас все есть предпосылки пойти накостылять кое-кому. По этой белой линии. Зачем мне эти все монеты? Зачем я их беру? Не бери их, нет. О, ключ. Ну, наверное, тут где-то босс. Пинг, класс. Шкуду, красота. Белое сердечко. Ох, у нас теперь будет этих всех сердечек. С эффектом муха. Вот, кстати, мух-то нету у нас. Ну, я не пойму, вот в каком-то таком желтом шаре летает. Наверное, это что-то защитное. Так, это неизвестный эффект. Tears up. Это range up. Опять range up. Да ладно. Стоп. Камень с крестиком. Да ладно. Серые сердечки. Ну, где-то уже босс. Уже где-то вот совсем рядом. Совсем вот уже вот еще чуть-чуть. Ну, вот. Ну, это мамаша, да. Ну, как-то бдыщ, и все. Мы должны идти по белой линии. Да. Ну, белая линия, да. Я что думаю, давайте еще этого валим, что? Ай, да елки-палки. Так, вот, и не стрелять, не стрелять. Ну, валили. Что легче стало? Нет. По белой линии. Сейчас демоническое существо устроит там. Cross the blind, мы что-то не видим. Не знаю. Какие артефакты берем, не видим. Эффект бомбы становится ключами. Зря, наверное. Ключи бы нам пригодились. Хотя зачем уже нам какие-то ключи? У нас и так все. Лучшее. Ну, из пула нечистого. Лучшее. И даже голова бога. Которую я так долго выбивал. А тут она сама выпала. Надо же. Здрасте. Гурди. До свидания, гурди. То есть, походу, вообще тупик. Сюда не надо было идти. Ладно, может, в эту сторону? Ну, я знаю, ну давайте, может, здесь будет... Нету.
Ну, может. Но нету. Ух ты. И задел. Коте? Отлично. А тут еще один такой. Ну, это нечестно. Ну, в принципе. И вообще, странно, это тупик был. Ну, опять же, придется сейчас обходить все, я так понимаю. Вот оно, отсутствие карты, все путает. Что даст? Дай чё. Дай чё. Какую-нибудь фикашку даст. Two space. У нас 4 ключа. Ну, это хорошо. Если мы зайдем за этот уровень, то там надо будет брать что-то из сундуков с помощью ключей. И он нам дает Rotten Meat. Еще 9 красных сердечек. Вот так. Ну, не знаю, ключик возьмем. Почему нет? Вот где босс? Здесь. Совсем нет. Столько бомб. Жалко терять, вы что? Ой, красота. Взорвалась таки. Ох, не красота. Ну как, коты? Отличная работа. Коты всегда на высоте. Итак, Айзек против Айзека. Это Айзек на самом деле. Ну, да, наверное, Айзек. Ну вот так как-то. Ну и все, нет? Нет, еще можно пройти дальше. Отлично. Так, ну стоп, мы должны пройти испытания все-таки. Так, что такое? Ерунда какая-то. Ну, это взять можно. Это что-то так. Это пугающий выстрел. У нас и так вроде есть. Ой, а почему мы внизу оказались? Это неправильно. Зашли ведь сбоку. Это неправильный гурди. Ой, я бомбу использовал. Эй! Самое главное, ты нету главных ворот, для которых я ключ-то брал. О, ну это нет, это так не весело. Так-то не весело. Вот, пожалуйста, испытания. Не дают пройти куда-то туда и кого-то накостылять. Ну, будем иметь это в виду и в следующий раз, когда будем проходить другие испытания, скорее всего, не будем уничтожать ангелов, потому что это не приведет ни к чему, собственно, полезному. Блот. Поддох. Вот вот так ему и надо. Да, там сундуки, но, честное слово, они уже... Какие сундуки? У нас, как говорится, best in slot вещи. Ой, лазер. Не работает лазер, потому что есть серая, и она перебивает его. Гигантская комната. Гигантские мини-боссы. Ой, вот это вообще зло. Ой. Ну как же она классно убивается. Елки-палки. Вот эти. Вот они. Это и есть нанотехнологии. Как вообще этот выстрел, этот луч понимает, куда ему бить? Ну, в смысле, понятно, это программа, все такое. Ну, вот если бы реально был бы какой-то такой стреляющий, чем-то таким лазерным, не знаю, чем-то таким. Как там бы вот этот вот искусственный интеллект наводил бы этот луч? Ладно, в общем, забыли. Ну, босс-то где? Наверное, вниз. Совсем не вниз. Совсем не вниз. Ну, как-то так. Вот эти штуки мне не нравятся. Даже вот с таким классным дамагом. А дамаг чудесный сейчас. Ничего толком-то не получилось. Вон, паучки у нас собираются. Это работает Infestation Shot. Классно. Еще кто-то есть? Где уже этот босс? Вот он. Ну что, пусть готовится. Привет.
И вот да, это было испытание пройти аж сюда. Ну хоть гвоздь используем разок. Теперь у нас демон, который все крушит. Воу! Кибердемон. Прошли, чё? Вот такое бы сразу было. Сразу такое бы дали в обвес. Иди проходи. Ну, классно. Но нет, это только в испытании, которое 3 шестерки. Прошли. Оно было простое и легкое. Ну, все-таки испытание. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.